На работу на велосипеде Дагестан поддержал всероссийскую акцию. Одними из первых присоединились к ней работники службы госфинконтроля республики. Они отказались от использования личных авто, общественного транспорта и добирались до работы на велосипеде. По словам руководителя ведомства Артура Муртазалиева, участие в акции позволяет не только укрепить здоровье, но и привлечь внимание общественности к проблемам сохранения экологии. Напомню, впервые всероссийская акция на работу на велосипеде прошла в 37 городах России в 2016 году. Тогда в ней приняли участие более 90 тысяч человек, а в 2017 – более 1 миллиона.